честь дня рождения компании «Технологии будущего» мы представляем наш любимый медицинский прибор «Нанопрост». Это усовершенствованный прибор, а усовершенствован он потому, что здесь 52 тысячи сокращений в минуту, а было 14, а это значит, вы получаете быстрее результат, мощнейший эффект сегодня, а самое главное, избавление от недержания мочи, геморроя, проблем воспалительного характера, у мужчин простатита, и на самом деле, действительно, ваша жизнь станет совершенно другой уже после нескольких процедур, это доказано. Кстати, сегодня, обратите внимание, для вас действует бесплатная доставка, и вы получаете комплекс «Нефра» для здоровья мочеполовой системы, который стоит 7000 рублей в подарок. Но еще, мои дорогие, вы оплачиваете сегодня банковской картой сразу, вы получаете еще скидку 6000 рублей. Это сумасшедшая скидка, это невероятное предложение, но сразу скажу, внимание, только 2 часа включения, только 2 часа включения. Вечером еще будет одно включение. Все, больше сегодня эфиров не будет. Ограниченное количество, но еще, конечно, пожизненная гарантия. Мои дорогие, проблема недержания мочи. Действительно, проблема, которая сейчас существует, о которой женщины замалчивают, о которой они стесняются говорить даже с женским доктором. Сегодня, кстати, у нас будет звонок женства к доктору в прямом эфире, который даст свои советы. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Дискомфорт, постоянный стресс и жгучее чувство стыда. Так живут почти 40% женщин старше 30 лет. Все дело в недержании мочи. В основном от такой деликатной проблемы страдают женщины от 20 до 80 лет. Но чаще всего недержание возникает у дам от 45 до 60. Почему это происходит? У молодых женщин мышцы тазового дна часто перерастянуты и ослаблены после родов. Но ближе к 50 меняется еще и гормональный фон. Уменьшается количество эстрогенов, мышцы теряют силу и эластичность. Моча снова подтекает, а женщина нуждается в дополнительных средствах гигиены. Исследователи утверждают, чаще других недержание возникает у женщин с генетической предрасположенностью, избыточным весом, при неврологических проблемах и на фоне сахарного диабета. По статистике, в развитых странах к специалисту по поводу недержания обращаются 30% женщин, а в России таких лишь 10%. Многие считают, что утечка мочи – это неизбежная часть старения. Они добровольно мирятся с раздражающими симптомами, меняют образ жизни и замыкаются в себе, впадая в депрессию. Действительно, такая проблема, как недержание мочи, это деликатная проблема, о которой молчат большинство женщин. Статистика говорит о том, что у каждой третьей женщины в России именно недержание мочи. И если тогда, когда вы поднимаете тяжести, а уже у нас дачный сезон, если вы поднимаете на ручки своих любимых детей и внуков, у вас наступает недержание мочи, вы чихнули, вы заболели, это да, уже бесконтрольное именно такое недержание мочи, тогда «Нанопрост» для вас. Физиотерапевтический прибор нового поколения. Медицинский прибор с пожизненной гарантией, с подарком сегодня. Срок годности бессрочно. И понимаете, мы не таблетка, мы не маскируем проблему, мы не решаем ее на несколько часов. Мы избавляемся от нее навсегда. Сегодня в прямых эфирах проблема, о которой многие не говорят, о которой замалчивают, о которой стесняются, и молчат многие женщины. И сегодня на сегодняшний день это обновленная, усовершенствованная модель только в честь дня рождения компании «Технологии будущего», 21 год. Сегодня 52 тысячи сокращений в минуту за процедуру, а не 14, как было раньше. И сегодня особенный день, потому что вместе с нами серьезные, солидные и эксперты. Сегодня вместе с нами научный сотрудник компании «Технологии будущего». Вы его знаете, вы его любите, вы прислушиваетесь к его советам, который представляет нам сегодня усовершенствованную модель, Сергей Калицын. Сергей, доброе утро. Да, доброе утро. Доброе утро, дорогие телезрители. Сегодня в очередной раз рад представить вам уже модифицированную версию прибора «Нанопрост». Как всегда говорю, что «Нанопрост» — это разработка наших отечественных ученых. Это разработка, которая сделала огромный прорыв, скажем так, в области лечения действительно серьезных проблем, о которых принято молчать. Да? Это прибор, который включает в себя комплексное воздействие вибромассажа и магнитного индукционного поля. За счет этого мы получаем максимально высокие результаты, причем на достаточно продолжительное время.
время. Благодаря этому прибору есть возможность работать как с мышцами, которые поддерживают органы малого таза, удерживают жидкость в мочевом пузыре, так и с кровообращением, что является одной из первопричин возникновения вообще воспалительных заболеваний. Да, за счет магнитного поля мы улучшаем реологию крови, поступает кровь, насыщенная кислородом, к органам малого таза, и выводит как раз все очаги воспалительных заболеваний. Поэтому это не только лечение, но это и отличная профилактика, особенно в сезон, когда такие заболевания обостряются. Ну и плюсом, конечно же, это 52 тысячи сокращений за одну буквально только процедуру, которая длится порядка 20 минут. И эти 52 тысячи сокращений дают, конечно, ошеломительный результат. Они заставляют мышцы малого таза сокращаться и тем самым возвращают им тонус и позволяют удерживать жидкость в мочевом пузыре. Поэтому, если присутствует такая проблема, как недержание мочи, которая со временем, хочу обратить внимание, только усугубляется, как правило, и становится просто бесконтрольной, то, конечно же, наш прибор является здесь инновационным решением за счет того, что он возвращает тонус мышцам тазового дна, удерживает жидкость в мочевом пузыре, удерживает вообще в целом все органы, которые, естественно, когда мышцы ослабевают, начинают спускаться, и такая проблема приобретает новые обороты. Недержание мочи, частые болезненные мочеиспускания, синдром гиперактивного мочевого пузыря – все это является прямыми показаниями к использованию нашего прибора. Первое, что ощущают наши пользователи, это, конечно, обезболивающий эффект, противовоспалительный, противоотечный. Улучшается кровоснабжение, нормализуется чувствительность нервных окончаний, и как следствие восстанавливается в том числе и либидо, от чего зависит наш уровень жизни в целом. Ну а говоря про применение, да, этот прибор максимально прост. Он прост в использовании. Здесь несколько режимов, несколько курсов процедур мы проходим на данном приборе. Он включает в себя в комплекте пульт, который проще, чем пульт от телевизора. Да, здесь две основные кнопки. Кнопка «Пуск» и кнопка «Стоп». И основную работу мы проводим на вот этих трех режимах. R1, R2 и R3. То есть это три программы, да? Да, да. Подробно об этом можно прочитать в инструкции, которая также идет в комплекте.